теперь вот так вот всегда будем вместе ходить, вчетвером. Или в пятером. Твое место, ты с кем будешь сидеть? А? С кем ты будешь сидеть? Это... Вчетвером? Тебе не понравилось в садике, что ли, Макс? Вот, вот, да, вот этот вот свитшотик будет у нас продаваться. Где девчонки? Девчонки уже встали. Доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Ну что, готово? Это не ее носочки крыла, она говорит. Нет, это не ее носочки. Готово? В садик идти готово? Давайте одеваться. Как? Вчера такой дождь был, ливень. На сегодня тоже дождик передавали. Маргарет, тебе так холодно не будет? Нет, я еще куртку одела. Ты смотри, Ксюшка вон в тепленькой. А я никак не могу найти. В смысле, толстовку? Угу, такая, такая она. У нее тут такая радуга. Все, у тебя готов рюкзачок? Нет, еще бутылочка. Ксюша вон собирает рюкзачок малышам. А это обувь? Какая обувь? Макса. Финкер? Да. Уже в рюкзаке. У тебя тоже это сменная обувь в рюкзаке? Да. Хорошо. А. Все, готовы? Ты проснулся? Все, собрались, идемте. Все, мы идем в школу. Девчонки. Теперь вот так вот всегда будем вместе ходить, вчетвером. Или в пятером. Так, в школе снимать, я не знаю, получится, не получится. Вообще-то нельзя, ребят, других деток снимать, поэтому посмотрим. Вот здесь вот детская площадка Макса Каролины, да? Здесь будешь играть, да? Твое место, ты с кем будешь сидеть? А? С кем ты будешь сидеть? Это... Вчетвером? Два мальчика и две девочки. Молодцы. Все, проводили мы девчонок. Идем теперь домой. Нам еще рано. Мы просто гуляем, потому что нам нужно к 10. Девочкам к 9, а нам к 10. У Макса вон паровозик. А у Каролины яблочко. Все, вот сюда вешай. Ты сюда вешаешь. Вот так вот, вот так. Вот так, нет, вот так, вот так, вот так. Вот так. Раз. А где твои башмачки? И вон туда вниз ставишь башмачки. В общем, ребят, мы вернулись домой. Нам скучно. Дома тихо. Обычно Макс с Каролиной тут бегают, играют. Мама, 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 дай это, мама, пить хочу, мама, кушать хочу. Сейчас никого нет. Так непривычно в тишине. Ай, так что сейчас 11 часов. Ой, уже 11 почти. Нам через полчаса уже нужно за ними идти. Кстати, ребят, детский садик у нас не целый день, не до вечера. У нас детский садик с 8 часов до 12. 4 часа всего лишь. Это государственный садик. Поэтому они будут приходить вместе с Маргаритой, с Ксюшей. И один раз в неделю они должны будут идти в обед тоже. Сегодня как раз понедельник. Макс с Карлиной сейчас придут в 11:40, у них закончится. В 12 часов они придут домой, покушают, пообедают и опять пойдут в садик. До 3 часов. Один раз в неделю у них будет. Так что вот. 4 часа я буду дома одна. У нас здесь еще как-то непривычно и скучно на самом деле. В тишине сидеть. Тебе не понравилось в садике, что ли, Макс? Не понравилось? Тебе не понравилось в садике, что ли, Макс? Тоже.
Макс расплакался. Ну, он же, ну как, 4 года ему, не привыкший. Еще к этому. Я тоже хочу в садик. Ты тоже хочешь в садик? Пока я пойду в садик. Давай, пока. Все, он же не плачет. Не знаю, как дальше будет. Сможет, не сможет он ходить в садик. В обед тоже надо идти. Да, сейчас нам нужно пойти покушать и в обед идти в школу. В садик, то есть, не знаю. Привыкнет, не привыкнет. Если не привыкнет, то он еще может дома посидеть до 5 лет. Уже на следующий год нужно обязательно идти в садик. Мира, поне тудус. Вам надо это. Да, я забыла оставить. Это нужно повесить туда, да? Но на тенески я вам кого. Игрушку возьми какую-нибудь, какую хочешь. Ну, пойдем. Мы там тебя будем ждать, хорошо? Мы с папой там будем тебя ждать. Что делать будем? Ну как, он плакать будет же? Макс, ела тоду. Ты во сколько придешь? В 4 или в 3? В 3. В 3-5. Угу. Зонтик возьмешь или дождика не будет? Нет, не будет. Вы что, за грибами пойдете? Вчера такой ливень был, может, там грибы есть? В лес пойдут за грибами. Грибочки поищите. Что с тобой? Ну, пойдем просто. Мама, все, пока. Мы там с тобой посидим. Нет, ты еще не идешь пока. Тебе нужно сережки поменять. Мы замесили слаймик. Эльмерс. Да, Эльмерс. Вот, пузырьки уже выходят. Так, давайте так закроем. У нас тут закрытый такой полочкой. У меня нет. У меня закончились все контейнеры для слаймов. Большие. В общем, есть только маленькие. Поэтому храню в этом, в миксере, в котором замешивали. Так, вот он пока будет, пока весь воздух выйдет, пройдет, наверное, около недели примерно. Да? Кто заставал стикеры, куда клеили? Одно мне на зубную щетку. Хорошие стикеры? Кто это порвал уже? Не знаю. Каролина, уберите, Каролина порвет. Смотри, вот эти классные. Угу. У нее тоже, да, мороженка и арбузик? Кто ей наклеил? Ты клеила. Лучше убери, а то она у тебя их все потом растаскает, и ничего не будет. Кто-нибудь подальше. Уроки есть? Нету. Тоже не будет в этом году уроков? А что делали сегодня? Хоть чем-то занимались? Завтра? На улице были. Ребят, выставила Маргарита фотографию в Инстаграм с вот этим вот худи. Образ. Да, худи, свитшот. Вот, да, вот этот вот свитшотик будет у нас продаваться в магазине. Угу, да. Только немножко другой дизайн. Дизайн, текст будет здесь другой. Угу. И еще будет суперский принт на спине. Мы пока не скажем, какой будет секрет. Да, сейчас вот мы не только... Не скажем, что... На всю спину, можно так сказать. Здесь кармашки. Кстати, качество очень хорошее. Очень-очень-очень. Маргарита сходила в школу. Сегодня было прохладно утром. Она сказала, так жарко ей стало. Мне тоже. Вот это вот стопроцентный хлопок. Я без этой, без. Да, без вот это стопроцентный хлопок. Качество очень хорошее, мягкое. А это другое, которое у меня. Мы решили сделать свитшоты оверсайз, чтобы не ошибиться с размером. Так как мы не можем заказывать очень много размеров, мы решили заказать, сделать один размер оверсайз, который подойдет от возраста Ксюши, допустим, от 9 до 10 лет и старше чуть ли не до меня. Просто они будут... Поэтому можно в любом возрасте носить этот свитшотик. Он будет длинненький, может быть... А другой он... Да, если те девочки, которые будут меньше роста, оно немножко будет длинновато, как получается, как этот, как платье, да? Но оно красиво смотрится. Сейчас же модно носить... А вот это? Да, сейчас же. Вот девчонки, например, вот эту футболку Ксюша, она у нее XS, да?
Это вообще-то мой размер XS. Да, вот у нее XS размер. Она ее носит как вот такой. Вот этот размер, он XS идет. Вот, так что его могут носить. Даже я могу носить, и Маргарита, и Ксюша. Смотрится папа. Очень хорошо. Папа. Так что скоро будут в продаже, как раз на осень. Он подойдет на осень, на зиму и на весну. Вот, очень хорошо сделано. Кармашки, все прошито качественно. На лето. На лето нет, на лето, думаю, жарко будет. На лето но вот на такие. Осень, на весну вообще замечательно. Знаешь, так холодильник открывала и сама себя ударила. Так, Маргарита, завтра спорт. Немецкий, английский. МК, что такое? Музыка. А, музыка. МК Family Vlogs. БГ, БГ, это типа труды, да? Да. Угу. Это до 4. Угу. Так, у меня математика, English, потом надо поменять. Потом... Математика, English, NMG, потом думать, NMG. У тебя сегодня французский был? А, нет. Когда нет, у тебя французский? Нет, другое там было. А, вы же пошли в лес. Да. Кстати, ребят, вот смотрите, вот, вот мой... вторая. Да. Вот вторая толстовочка, свитшот. Она очень пухленькая. Он, да, он такой теплый, смотри. Очень. Если вот, там, если вам видно, он прям такой пушистый мех. Здесь. Да, вот когда трогаешь, похоже такое, знаешь, на мех, да, какой-то. Он очень теплый. Я так понимаю, что он будет вообще классный зимой. Да. Такой ну и так осенью тоже, да. Здесь пока еще ничего нет, принта нет никакого, но будет обязательно, да. Нам пока вот так вот отправили образец такой без принта. Вот, вот такой вот свитшотик. Смотри, мой новый ноготь. Если видно, вот так вот трехцветный. Белый, серый и... Такой вот розовый, да, персиковый цвет. Я кушать вот так хочу, вот. Тоже с капюшончиком. Все, 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 заяц. Усними уши свои. Скачешь. Все, девчонки, давайте, спокойной ночи. Не хочу. Ага. Все, давайте, ребятки, всем пока. Спокойной ночи. Все.